Всех приветствую на своем канале. Здравствуйте, на связи сервер ХЗ. И сегодня я хотел бы поговорить о библиотеке, о том, что наконец поставят на ХЗ. Это небольшой новый старый данж. Почему новый старый? Потому что библиотека у нас существует уже давно, но многие в нее играли и знают, какие там, что у нас данжи, как они проходят и прочее. Но в настоящий момент, точнее уже 14 числа, то есть через пару дней буквально, добавят такой новый данж, который называется «Измерение хаоса». Этот данж собран, можно сказать, из четырех предыдущих, которые находились вообще в библиотеке на сервере ХЗ. Этого, к сожалению, никто не видел. И теперь мы можем увидеть сие творение, так сказать, в новом обличии. В чем заключается вообще у нас новый данж? Это старые боссы, которых нужно победить все в одном, то есть друг за другом, я так понимаю, скорее всего будет. Вы попадаете в библиотечный зал и сможете увидеть портал к различным боссам, то есть это Архивариус Куна, Хальнак, Александр Раван и Книжный Голем, естественно. То есть уже все-таки пора бы, да, действительно исследовать это подземелье, так сказать. Причем подземелье непонятно, да? Тем не менее, на официальном сайте игры так у нас написано «Подземелье библиотеки Эрнарда». В чем вообще прикол всего вот этого подземелья у нас, данженового? Это то, что с них боссы увеличены здоровьем, увеличены уроном своим, и с них падают неплохие интересные плюшки в плане костюмов. Новых костюмах данжев, да, на Корее уже все давно есть, на Европе уже появилось, и вот наконец-то пришло и к нам. Это матерчатые, латные, кожаные шмотки, с каждого босса падают свои, а именно наручи с Куна, пояс, наручи, свои особенности, да. Сапоги, перчатки падают с Хальнака. Камзол и поножи падают у нас с Равана, и, ну, естественно, шапка тоже падает с Равана. С Голема у нас падают оружие различное, которое можно тоже посмотреть на официальном сайте. Это все есть. Кинжал, палаш, рунический протазан, боевой посох, окровавленный лук, щит и палец. По большому счету, все это оружие, если обобщить, для того, чтобы, ну, на свеч, то есть постоянно прожимать, свапать, да, на что-то, чтобы добиться какого-либо эффекта. Но как постоянная пушка, конечно же, большой пользы от этого не будет. Не скажу, что совсем нет, но, наверное, так упираться, чтобы прокачивать это до 12, до эпохи 12, и, ну, думаю, что нет, все-таки ромянка будет получше, пусть даже и в своем втором грейде, но все равно будет лучше. По крайней мере, пока, я так считаю, потому что еще ничего не выбил. Посмотрим, как только нам добавят, все узнаем. И, возможно, мое мнение поменяется. Будем надеяться, что я прав. Вот такая у нас история с библиотекой. Наконец-то появится на ХАЗе, можно будет все это попробовать, так сказать, проверить себя. Единственное, плохо, что да, эти данжи надо проходить именно пачкой, и придется искать гильдию, тиму, я не знаю, КПшку, еще что-то, да, чтобы пройти все эти вещи и поднять, так сказать, себе какую-либо шмотку. Но в одиночку уже это все дело, конечно, не пройти, это минус. Это очень большой минус для меня, как для одиночного игрока. Это, скажем, очень тяжко будет. Если данжи я в одиночку могу пройти, то библиотеку уже не всегда. Вот такая вот у нас история с библиотекой.
О чем еще хотел бы поговорить, это о новостях, которые сейчас, мини-новости на официальном сайте YouTube ArcheAge, да, у нас появились. Ну, скажем так, идея давно не новая, уже как бы давно используется в индустрии игровой, то есть тот же самый Warface уже 10 раз сменил этих девочек, и в итоге потом вообще мужик у них выпускал, сейчас еще не знаю, к сожалению, давно не смотрел, не был на сайте. Вот, но, если честно, конечно, девушка так себе, да, будем быть откровенными, то есть, ну, много что можно поменять, много что можно сделать лучше и правильнее, так сказать, было бы, да, поэтому есть всегда к чему стремиться, первый блин, он, как говорится, комом, ну, остальное посмотрим, все в зависимости от теста. Ну, а на этом все, спасибо большое за внимание, всем удачи и всем пока.